Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Садимся. Готовьтесь к выброске. Надо разобраться с лунатиками в США. Этот объект отличается от прочих. Очевидно, это другой тип ракеты, не похожий на те, что пришельцы используют для похищения людей. Необходимо захватить этот объект. Командир, разведка сообщает о вражеской активности в этой зоне. Похоже на какую-то защитную капсулу. Скорее всего, она оборудована механизмом самоуничтожения, как все прочие устройства пришельцев. Но, наверное, этот механизм уже отключен. В исследуемой зоне могут быть еще контейнеры. Чем больше мы их отыщем, тем больше сможем узнать об их содержимом. Любое устройство, которое вы найдете, может содержать механизм самоуничтожения. Будьте осторожны. Yes, sir. Target acquired. Я мигом! Thank you.
Спускаюсь. I'm on it, Commander. Okay. On my way. Есть! Выполняю! То, что надо. Импульсы энергии, исходящие от этого устройства, указывают, что механизм самоуничтожения в нем не поврежден и активен. Извлеките его, пока не рвануло. He's down. Координаты получила. Враг обнаружен. Running. Отлично. Отличная работа, командир. Теперь у нас есть образец субстанции для проведения анализов. Иду!
10-4. Подарочек. Отлично, командир. Вы добыли материал, который поможет нам выяснить, что затеяли пришельцы. Уверен, что ученые во всем разберутся. Штурмовики — наш авангард. Они первыми бросаются на врага, последними отступают. Не забывайте, мы видим все. Штаб. Повторяю, командиру в оперативный штаб. Шеф, хорошие новости. Совет расщедрился и подарил нам спутник. Наш модуль поддерживает до 2 спутников, так что новый спутник надо запустить побыстрее. Второй спутник сильно увеличивает площадь спутникового покрытия, так что я бы посоветовал сразу же начать поиск инопланетных объектов. Вы готовы рисковать жизнью наших бойцов только ради того, чтобы взять эту тварь живой? Боюсь, что да. Мы зашли в тупик. Без живой особи мы вряд ли сделаем хоть какие-то новые открытия.
И что же вы предлагаете сделать, доктор? По результатам последнего вскрытия я могу утверждать, что физиология пришельцев схожа с нашей. Мощный электрический разряд, выпущенный из близкого расстояния, должен вызвать мышечный паралич и нарушить их... С близкого расстояния? А если не сработает? Вы правда думаете, что ради этого стоит рисковать? Думаю, да. Мы не знаем нашего врага. Как можно остановить то, чего мы не понимаем? Если мы захватим живым хотя бы одно такое существо, возможно, мы сумеем с ним поговорить. Не помешает его допросить. Узнать, что им нужно и где располагается их основная база. Да. И ради этого, как мне кажется, стоит пойти на любой риск. Я, в принципе, мог бы построить специальный изолятор для пленников. Впрочем, не представляю, как наладить с ними контакт. Нет проблем. Я займусь этим. Хорошо. Тогда я поговорю с шефом. Шеф, я посмотрел отчет доктора Вален. Нам стоит начать работу над новым оружием. Доктор Вален называет его дугометом. Когда ученые закончат с чертежами, за работу возьмется инженерный отдел. Потом останется передать новенький дугомет в казармы. Доктор Шенни и его люди готовы заняться специальным изолятором. Без него пленных пришельцев держать нельзя. Командиру XCOM просьба прибыть в инженерный отдел. Повторяю, командиру в инженерный отдел. Вы, разумеется, знаете, что доктор Вален хочет захватить пришельца. Вполне разумное желание для ученого. Однако она не понимает, что нам негде держать живую особь. Если вы не возражаете, мой отдел займется созданием подходящего помещения. Спасибо, шеф. Я сообщу, когда помещение будет готово. Вас искала доктор Вален, шеф. Мне показалось, она хотела рассказать вам о своих планах лично. Командиру XCOM просьба прибыть в научную лабораторию. Командиру в лабораторию. Командиру XCOM просьба. Я думаю, вам передали мою просьбу. Так вот, мы готовы приступить к разработке дугомета. Конечно, если вы не против. Командиру XCOM просьба прибыть в центр управления. Командиру в центр управления. Шеф, в радиоэфире повсюду говорят об НЛО, которые крутятся в пределах покрытия наших спутников. Нужно как можно скорее начать сканирование.
Торнадо вошла в зону спутникового покрытия. Похоже, новый спутник себя оправдывает. Мы засекли быстрый неопознанный объект. Может, успеем его сбить, если отправим за ним перехватчик? Вижу противника. Центр Ябуду 3-7. Подтверждаю, цель уничтожена. Повторяю, неопознанный летающий объект сбит. Как поняли, прием? Вас понял, Вуду 3-7. Супер. Конец связи. Итак, наведите спутник Браво, дайте картинку места крушения. Еще немного осталось, сэр. Покажите. Крупнее. Посмотрим поближе. Даже не разбился. Шеф, надо немедленно отправить ударную группу на место крушения. Садимся. Готовьтесь к выброске. Надо разобраться с лунатиками в США. Пришельцы пошли на посадку в безлюдном районе. Если там и есть гражданские, очень надеюсь, что они будут держаться подальше.